Благодаря действию административной реформы, число чиновников на душу населения в Ленинградской области стало самым низким в России. На 10 тысяч жителей приходится 87 чиновников. И это не предел. Губернатор региона Александр Дрозденко на пресс-конференции 4 декабря заявил, что намерен сократить еще ряд должностей. Мы добровольно вызвались на федеральный эксперимент по информированию контрольно-надзорных органов. Реформа будет очень серьезная. Она позволит нам достаточно серьезно сократить количество чиновников, которые работают в различных комитетах и на различных должностях, все, что связано с контрольно-надзорной деятельностью. Вы знаете, что практически у каждого комитета есть свой надзор. Строительный надзор, технадзор, у комитета по здравоохранению есть свой надзор, у комитета по образованию есть свой надзор и так далее, и так далее. И мы хотим все это объединить в один комитет при значительном сокращении. Напомним, что в среднем по стране на 10 тысяч человек приходится 163 чиновника. Это 3,3% от общего числа работающих россиян. У нас же чиновников почти в два раза меньше.